Приветствую, дорогие друзья. У нас война с некромантовцами. Очень быстрая. Очень, наверное, тяжелая будет. Я особо, опять же, не готовился. Стрим из-за этого тоже и не делаю, потому что нужно очень хорошо обдумать вариативность команд и каждую выбирать по очереди, специально подбирая под команду обороны. Сделаем мы еще призывы на бардах. Мне, к сожалению, не упал никто из них. Упал только один ГМ. Но я много не делал. Я где-то, но точно не больше 50. Может даже 40. Вот что-то в этом районе. Ну и сделаем мы еще 20-ку сегодня. И на этом я, в принципе, призывы закончу. Так, у нас вот счет как раз равный практически, 118 на 108. Ну, то есть мы уже довольно хорошо вырвались вперед, 10 тапков. И оборона у меня такая. Лоухи по центру, потом Фтон в углу, Хуфу на плече, Людвиг на плече и Калё на альфа-сломе в углу. Шотнули меня, как я помню, два раза уже, 2 из 2. Так. И да, вот один. И на где-то в самом начале был первый. Да, и вот тоже 50 очей за меня дали. Ну ничего, может быть, еще разобьются. Так что еще где-то больше половины ударов впереди. Так что. А меня часто будут бить, потому что у меня не метовая оборона. Центр. Центр у меня не метовый, так как в основном вроде бы как все нормально. Ну что, давайте, может быть, начнем мы, не знаю, с призыва, что ли. О, Тайрум. Красота, красота. Ну, не знаю, что после Тайрума крутить. Ребята там писали, что хорошо падает с Токсикандры. Мне ничего не упало с Токсикандры. Но мы попробуем еще, давайте. Давайте вот 3 призыва сделаем сейчас. И потом дальше, да, призываем по ходу. Так, это второй. Эд. Ну вот этих эдов мне насыпало нормально. Эдов, скрикоков. Да, 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 вот ты. Скрикок моей мечты. Так, тут какие-то задания появились новые. Завтра появятся еженедельные. Получим немного наград хороших. И приближаемся уже к альфа-эфирам и к сундукам. Будет очень интересно, что там в сундуке будет. Но это, я думаю, вы увидите у других. Потому что я сундуками не занимаюсь. Ладно, я иду тогда выбирать какую-то команду. И будем начинать воевать. Есть первая команда, потому что здесь нету таунта. Поэтому мы залетаем в 3-2. Такую сборочку. Отлично, 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 отлично. Главное не раз... Можно вообще, можно собрать... Синих кристалл. Блин, просто чуть-чуть оно... Камень желтый есть. Но собрать его я пока не очень могу. Я тогда собираю кристалл. Так. А теперь я могу собрать, правильно? Да, кстати, одним ходом. Тогда, значит, вот так. И собираем желтых. Отлично. Бустанем. Так. Посмотрим, поскольку ударит. Интересно, по 700. Ну, 650-700, в зависимости от того, по ком ударило. Так, теперь проносим. Пассивный удар и пробуем добивать. Я думаю, что хватит всем.
по 900 поэтому по Альбериху 900 прилетело. Ну, это красота. Красота. Так, смотрим дальше. Какие интересные цели тут есть. Сейчас что-то выберу. Подберу команду атаки и будем продолжать. Радует, что хотя бы первый удачный вышел. Какое-то время я не мог решить, кого сюда взять. Но решил, опять же, 3-2 заиграть, потому что центр пассивный. Ну, активный только здесь один Хуфу. Один Хуфу, который может мне все наломать, но ему нужно еще сначала зарядиться. Поэтому взял 3-2. Решил взять тройку желтую с диспелом, плюс дополнительный диспел от этого суперталанта. Ну и двойка, я думаю, тут очевидная, потому что можно скопировать Людвига, и потому что миньоны от Мириам будут. Ну и плюс она хорошо бустит атаку. Так. Вот этот красный можно пробовать. Довольно неплохо выглядит. Либо что? Не, ну в общем можно много что попробовать сделать, но этот мне больше всего нравится. Только вот эта двойка разъедется чуть-чуть. Не хотелось бы. Ну да ладно. Так, отлично. Зарядится или нет с двух желтых камней? Скорее всего, что да. Хотя даже если нет, то... Хотя мы задиспелим. Ну, давайте попробуем. Хрен с ним. Ну, зарядился. И так бы зарядился. Так, что такое? Сколько тут еще? Один ходик? А, блин, два хода. Два хода — это хреново. Два хода — это долго, два хода — это хреново. Заблочить я никого не могу. И воспользоваться Локи, чтобы задиспелить кого-то, тоже не могу, потому что у них нету диспеллера. Смотри, мы можем сейчас, во-первых, активировать Мириам. А вдруг она украдет насмешку? Ну, прям вот шанс там практически нереальный. Может, 5% на то, что украдет именно насмешку, и на то, что вообще украдет. Ну, там даже меньше. Там еще на 2 нужно делить. Скажем так, активируем Мириам. Если нет, то дальше мы можем активировать лорда по Людвигу. Или даже не по Людвигу, можно активировать по Хуфу. Не, лучше по Людвигу. Это даст мне шанс. Потом можно попробовать задиспелить лисюшкой. И если кого-то задиспелим, то заблокировать кулерво. Неплохо вроде бы выглядит. Давайте попробуем так. Сначала Мириам. Что-то украли. Да, украли у медведицы переброс недугов. Ну, отлично, отлично. Было близко. Теперь, значит, мы ее диспелим. Так, дальше какой был план? Дальше был план скопировать Людвига. Копируем Людвига. И теперь будем пробовать диспелить. Хотя можно сделать вот так. Пробуем задиспелить, посмотрим, кого получится.
Отлично, двоих получилось задиспелить. Я сейчас могу попробовать добить. Да, я его добью и закинуть в пустоту синие. Сука, в единичку станчил. Вот скот. Так, ладно. Но он долго будет заблокирован. Плюс медведица заблокирована. Можем еще раз зарядить. Раз. Сейчас будет хуфу бить. Это не страшно вроде бы. Да, это не страшно. Пока. По крайней мере, пока. Так. Раз. Желтый как-то долго не заряжается. Сейчас ударит колё. Но. Это не страшно. Мы, кстати, можем вообще сейчас воспользоваться хуфу услугами. Добить этих троих. Останется колё. Но колё мне... Колё что тогда? Да колё ничего не сделает. В принципе. Я могу так сделать. Раз. Этих троих убиваем. Да. Ну и сейчас он ультанет. Да, лорд у меня откиснет. Но дальше... Дальше мы просто заканчиваем этот бой. Ведь да? Так, раз. Его задиспелили и хорошо. Тут заблокировали, там заблокировали себя. Не страшно. И что? 67 сейчас получим. Может быть, добьем вообще его? Хм, кстати, да, добили. Ну, тогда все. Окей, идем дальше смотреть. Думал и надумал вот такую вот фигню. Думал, может быть, два фиолетовых сделать тапка, но лучше сделаю один, но сильный. Так. Одна фиолетовая тройка есть. Пока что больше ничего. Ну, я думаю, с красными этот ход делать и посмотреть, что выйдет. Может быть, куда-то сюда придет фиолетовый. Может быть, желтого упадет много. Или синий где-то разродится. Может, сюда желтый приедет тоже еще. Или сюда куда-то фиолетовый. В общем, ну, что-то может прийти. Что-то может прийти. Или подождите. У меня просто камней тут 7-8. Может быть, из того, что здесь есть, можно собрать. Так, вроде не получается. Так, вроде тоже. Блин. Мне кажется, что что-то здесь есть, но я его не вижу. Хм. Интересно. Но я просто могу еще вот эту вверх сдвинуть, потом тройку собрать. Но ничего она мне не даст. Второго сбора не будет, второй тройки. Ну, наверное, значит, нету. Это неплохо. Есть сбор у меня для
Локи. Локи принесет нам зарядку. Так, только я вот думаю, наверное, стоит вот этот зеленый кидануть. Так. Угу. И вижу хороший ходик. Так. Хорошо, хорошо. Теперь вот так. Раз. Теперь вот так. Два. Да, я знаю, что я не задиспелю все равно щитки. Но ударить мы ударим сильно. И потом ударим еще раз. А потом, возможно, еще раз. Так, пока нету. Пока не ультанула это. Винтер. Бьем, значит, так. Бьем, значит, еще вот так. И почти мы убили даже Арамиса. А может быть, мы колё еще и снесем? Отлично. Ну, значит, тут, значит, тут победа должна быть. Так, мы диспелим. Убиваем Арамисину. Людвига можно снести, чтобы не мешал. Все равно сейчас зарядимся. Да, 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 отлично. Но у меня заканчиваются хорошие герои. Правда, у меня 5 лордов. Правда, остальные на 3.70. Они уже выживать так не будут. Так, почти убили. Есть. Идем попризываем. Кстати, 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 кстати. Так. Ну, давайте десяточку. Цик, 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 цик. Бля, одни тройки. 10 троек. Ну, это прям... Еще одна тройка. Еще одна. Одни тройки. Жесть, просто жесть. Фух, ладно. Хорошо, хоть на войне как-то более-менее. Иду выбирать следующего. Призывы не радуют, но порадует война, значит. Экватор пройден. Неплохо. Неплохо, даже я бы сказал, хорошо. Есть троечка в Вивику, и потом можно собрать троечку желтых, и троечка будет следующая. Та, что нам нужна. Или можно вот здесь комбо запустить. Но в этом нету смысла сейчас. Давайте запустим эту. Так. Так, так, так. Желтенькую. И, блин, куда запускать? Четверку в Людвига или тройку в туда и тройку туда. Но я, скорее всего, буду их двоих прятать, поэтому... Блин, я могу же вот так еще сделать. Без комбо, без ничего. Хорошо, хорошо. Так, этого
спрячем. Здесь нету ни монахов, ни церковников, поэтому все они должны ровненько, хорошенечко, без сопротивления уходить. Может быть, стоит колеса брать? Наверное, да. Мы сейчас зарядим Ариэль в пустоту, и у нас будет чистка против урагана. Что есть хорошо. Даже если он ультанет. Ну, он ультанет точно. Вивику бы еще спрятать побыстрее, чтобы она не хилила. Так, 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 так. Даже многовато полетело. Так, 700. Блин. Ой, стой, 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 стой. Она же диспелит. Ё-моё. Ё-моё. 50% зарядятся. Зарядятся, значит... Хорошо. Хорошо. Так, ее заберем пока. Отхилимся. И заберем еще, наверное, тогда эту. Тут тоже отхилимся. И будем урагана, короче, сейчас закидывать. Так. Этих обратно отправляем. В бытие. И потихонечку, потихонечку, потихонечку будем. Так, 100%, 100%, 100%. Блин. Значит, перезаряжаем Людвига. Блин, кстати, ураган же, он же тоже хилится. Значит, нужно его... Лучше его, значит, тоже убрать. Его перезарядим и сделаем вот так. Чтобы мы побыстрее начали получать снова ману. Так, окей. Небольшое комбо. Мы можем графиню оставить здесь. И просто закидывать ее камнем. Так, так, так. Или нет. Ну, пускай побудет. Давай закинем ей вот так. Хотя мало, слишком мало урона получается. А, она еще и себя хилит. Не, пошла в жопу. Так. Ну давайте, потихонечку уже начинайте откисать. Тут что-то уж прям долго. Так. Раз. Два. Кого мы оставим напоследок? Ну, наверное, графиню. Мы ее будем ей диспелить отхил. И, соответственно, она потихонечку будет откисать сама по себе. Но чуть-чуть попозже. Пока мы еще закидываем ее в бездну. Чтобы она нам не мешала. Так, тут 50%. Угу. Ну, вроде все. Да, это должен откиснуть уже. Ну и она потом выйдет, мы ее, если что, добьем. Длинный бой тоже получился, но контроль был у меня постоянно.
Ладно, идем дальше. Такая интересная ситуевина. Одно мне здесь немного купидон как-то. Вот он меня... Хотелось бы мне тут что-то такое ударно-пассивное. Он вроде бы и ударный, и блокиратор, но только в начале боя он мне не сильно помогать будет, если я его заряжу. Но других каких-то вариантов хороших. Вот еще Хаторн, но он не ударный совсем. Он бить не будет. Но Милену брать я точно не буду. Она мне то и вначале не особо поможет. И хиллер у меня тут есть, тоже не нужен больше. И вот я не знаю, брать его или не брать. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. И больше особо некого. Еще тем более с тех цветов, которые у меня здесь есть. И Альфрика то же самое, на то же самое выходит, в принципе. Поэтому, наверное, оставляем как есть. Так, а сюда возьмем, наверное, вот так. Ну, поехали. Блин. А он не целый? Нет, целый вроде бы. Блин, опять это все сначала. Давайте сначала призовем тогда уже, если я вышел. Ну давай, давай, давай. Мне рис нужен. Этот не рис. Это тоже не рис. И этот не пахнет. Ну, пахнет только не рисом. Но, к сожалению, не в этот раз. Ничего мне не упало нового. Да и старого ничего не упало. Так, ладно, тогда пойдем бить все-таки. Этот, да? Да. Так у меня было оно. Потом кто, кого мы там брали в угол? Купидона? Купидон где-то в начале был. Или должен был быть. Ну, Купидон, ты где? Вот Купидон. Потом здесь у нас была Озерная. Тут. Теперь идем Медведицу возьмем. И Лорд Локи. Дадим им отряды нормальные. Они чуть-чуть будут... Чуть-чуть будут жить получше. Так, ну и вроде хорошо. Здесь у нас не в том задача, чтобы их прям убивать-убивать сразу. Здесь задача разультоваться миньонами. Ультануть лордом, чтобы прикрыться, если что, если кто-то надумает ультовать. Ну и дальше, если начнется тягучка, то мы дальше будем, думаю, инициативничать в свою пользу. Так. Есть какой-то синий? Есть какой-то синий, но пока что мало. У меня есть 4 хода на то, чтобы ультанула Альфрика. Зеленые, красные и синие. Ну вот как раз такие. Вот даже если сейчас заряжу своего Купидона, то он мне какого-то большого профита не принесет. Мы только Людвига заблокируем, и на этом все закончится. Таким самым успехом мы могли взять Микки. Но это минус цвет один. Так что тоже не очень хорошо. Мы можем попробовать вот здесь синий поискать. Влево или вниз. Вниз даже, наверное, лучше, потому что может и сюда прийти. И сюда может прийти. Ну, давайте попробуем. Нет. Синий не пришел, но есть какой-то зеленый. Может быть, стоит в этом направлении двигаться.
Или мы можем еще раз попробовать. Или. Зеленые и синие. Так, тут 33 хода получается. Ну и Купидона у меня сбора нету. Я думаю, стоит попробовать еще раз вот здесь. Может быть, красный подъедет. Если я красный заряжу, то мы переждем просто таунт Людвига и заблокируем троих. Справа. Слева мы особо никого не заблокируем. Ну или по центру придется тогда закидывать. Ну, посмотрим. Так, это уже что-то. Откисла бедолага. Два хода, блин, это долго. Но если я закину в колё, а потом еще куда-нибудь, то как бы можно вот так попробовать. Раз. Вот так. Два. Будем кого-то блокировать потихонечку. И тут сейчас вопрос, закидывать стройкой в Людвига или... Ну, четверку с тройкой желтых или закидывать просто тройку. Наверное, рисковать не нужно. Но хотелось бы это все закинуть туда. Ладно, не буду. Так, хорошо. Но мне все равно, все еще нужны синие. Будем пробовать заблокировать Хуфу. Колё пускай так уж и быть, пускай ультует. Нам нужны срочно синие. У меня есть тут ход, вот эти красные с желтыми и с фиолетовыми. Ну давай, Хуфу, заблокируйся, пожалуйста. Да, заблокировался на три хода. Хорошо, собираем здесь. Так. Давай вот так сразу еще красные зарядим. Ну, колё можно было и скушать ману. Так, тот ультует, но он не убивает хотя бы. Это уже хорошо. Так, взрывом я не заряжаю синих. Не заряжаю. Это плохо. Да, и взрывом я заряжаю Фтона. Это тоже плохо. Значит, мы этого не делаем. Мы делаем вот так раз. И вот так два. Без комбо, пожалуйста. Так. Людвига мы сейчас не можем скопировать. Правильно я понимаю? Два хода. Мы можем сделать вот так. Раз. И допустим. Или не трогать пока его. Блин, ну хочется. Давай вот так. Хорошо. Просто я хочу скопировать все-таки Людвига. Достойно. Раз. Два.
Он сейчас, конечно, нас задиспелит, если ему не срежут ману. Но если мы ударим в хуфу и он сдохнет, то у нас будут больше шансы, чтобы мы скушали ману в тону. Поэтому мы ультуем туда. Теперь, наверное, вот так. Хотя можно было просто тройку закинуть в пустоту без этих лишних комбо. Да, в тону мы скушали ману. Отлично. Теперь, значит, еще раз мы бафаем себе, кастуем себе миньонов. И что? И блокируем здесь однозначно. Блин, мимо. Хорошо, мы все равно еще миньонов можем себе кастануть. Это не проблема. Так. Синих, блин, надо. Нужно собрать синих. Синих. Как собрать синих? Ну вот тут есть сбор синих. Так, отлично. Ну мы хорошо поедаем. Так. Я думаю, что это уже все. Тут у нас просто тотальный контроль маны, как и задумывалось. И, кстати, Купидон сыграл здесь тоже очень даже хорошо. Цик. Отлично. Думаю, мы можем ударить. И колешечка уже просто без шансов. Мы сейчас можем попробовать еще похожую одну сыграть. На эту команду. Но только там уже будет на 370 и лорд, и waterpipe. И без повелительницы. Ну, там уже просто будет другая команда. Но чуть-чуть похоже по принципу действия. Так, призывов больше у меня не осталось. Призывать, значит, больше не будем. Посмотрим. Если будет какая-то подходящая цель, то я схожу. Может быть, что-то типа такого добива. На Альфрику. Чтобы наверняка. Или что-то типа этого. Но здесь не так все просто. Ладно, посмотрю. Ну, ребят, будет как минимум интересно. Я специально для этого боя сделал вот такую штуку. Разлимитил Чера на второй слом. Я уже очень давно думал об этом. Увидел, что кто-то из наших, из Альянса, тоже это сделал. И подумал, что, наверное, пришло время. Так, есть зарядка для лорда, есть зарядка для зелени. И даже половина зарядки для красных. Но я думаю, стоит начать с... С чего стоит начать? Да, наверное, с лорда. Дать бустануть ману и дальше просто жить. Раз. Два. Так. Так. Он, конечно, ультанет, но не особо это страшно. Мы даже сделаем вот так. Пускай сразу и колё разультуется. Так, этого обошел. Ну, он на 370 у меня, поэтому ничего странного в этом нету. Ну и что? У меня тут просто сильные ударники, да, остались. Просто сильные ударники. И мы можем собрать Чиэра на следующий ход. Так, тут 5 ударов. Я думаю, не стоит его тогда трогать.
Думаю. Это под прикрытием. Блин, не туда и не туда. Но мы ее сможем добить камнем еще. Если вдруг. Раз. Два. Так. Они у меня не сломанные. Потому удары немного послабее выходят. Может быть, стоило Чиэра зарядить. Может быть. Может быть. Так, ладно, вот так сделаем. Раз. Хорошо. Хорошо, мы сейчас получим очень много ударов. Ну, как много? Два удара мы получим в ЧР, а он может это все дело станчить в единичку. Но даже если не станчит, я думаю, что он, ну, должен выживать даже после двух этих ульт сильных. Так, сколько мы сейчас получаем? 67. 67, значит, нам нужно ударить. И ударим мы, наверное, вот сюда. И сейчас камнем еще дозарядим их. Снова же. Украдем насмешку. А, ну 650, это вообще мало он ударил. И в единичку, красавелла. Просто красавелла. Так, эту штуку мы воруем. Ну, тут не так, чтобы своровать, а так, чтобы снять просто ее. И можно было ударить куда-то в другое место. У этого сколько? Один ход остался. Сколько они сейчас получат? 83. Блин, плохо. Плохо почему? Потому что нам не помешало бы сейчас собрать какую-то зелень, хотя бы какую-нибудь. Но ее сейчас на поле нет, поэтому нам нужно ход переждать. Ну, как ход? Нам нужно два хода сделать, чтобы мы зарядились снова. Сколько ходов? Здесь у нас три хода. Блин, ну мы можем станчить это все дело. Давайте, значит, бьем сюда. Можно было и в Людвига ударить. Так. Хорошо. Сколько сейчас получим? Сейчас получим 100. Добивать хуф или нет? А кто вообще тут в центре был? Я уже забыл. Вроде Арамис. Да, Арамис. Если был Арамис, то мы сделаем так. Пускай бьет, хрен с ним. Пускай бьет еще и хуфу. Но мы зарядимся. Да. Так. Ух, блин. Гуаня мне убила, сволочь. Так, ладно, хорошо. Блин. Он же еще ультанул этой бабой. Графиней. И таким образом мой баф убежал к нему. Блин. Мне нужно заряжаться. Мне нужно заряжать зелень как-то в пустоту. Но ее пока что нет. Сделаем так. И я надеюсь, что никакое сучье комбо не полетит. Да, не полетело. Фух, есть. Но этот был потный. Был потный, немного, некоторые ошибки были совершены, но... Ну, получилось. 309 в этот раз. Ну, как для УБ, то отличный результат. Соперник не самый слабый, но и не самый сильный. Ладно, у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока.